глаза были пусты. В тот день его глаза, она смотрела на него, хотела что-то рассказать, и пенье птицы, шорох трав ему по духу были ближе. Он и не слушал, и молчал, а она молила, чтобы слышал. Едва он мог один остаться, как у порога в его дом, с букетом роз она стояла, ждала ответа от него. Она хотела с ним быть вместе, но, видимо, не суждено. Он не ценил ее поступков, а она хотела одного. Он в командировке тусил в компании девчат, и тут звонок по телефону с одной из тех почти сим-карт, и смс-ку написала: я не могу жить без тебя, хочу, чтоб ты на мне женился, любовь моя, любовь моя. И в тот же день в одном из АКСов она пробила им число. Жениться они будут в полдень, но только дождь от него. Уже почти с этим смирилась, но она спросила еще.